Будет 100 лет, посвященный 40-летию клуба «Пешка». Где я буду садиться? А у нас 1 апреля все еще снежно. Но уже плюс 10. We'll be right back.
Дьяков, а имя отчество? Олег Петрович. Олег Петрович. Похлопали. Будем фотографировать? Конечно. Фотосессию сделаем. Спасибо. Пожалуйста. Так, второе место занял Черняев Тихон. И конфетку там выдай ему. Запомни, не положено. А вот этим молодым людям положено. А, ему еще одну дать. Там же шахматистка наша растет еще. Не забыл. Так. Третье место Алексеенко Юля. Юля! Молодец! Давай, я обещу. Не, она решила, что она не... Четвертое место... Да, четвертое место. Калоша Жульен. Конфетку бери. Становись нормально, да? Спрячь, спрячь, а то сейчас сильно заберу. Так. А теперь давай, не скромничай, набрали воздух в грудь. Голову вверх и вверх. Так, пятое место Келиберда, Тимур. И конфетку. О, вообще супер. Учитесь, люди дежурную улыбку делают. Американскую? Да. Спасибо. Так, шестое место Скотарь Назар. Ну давай, вот это выкладки, улыбается. Так, дальше. Сафанович Антон. Конфетку возьми. Тебя хватит. Беспалова Лиза уже сбежала. Она получила и сбежала. Так, Корнюшкин Юрий. Конфетки вам не положено, а книжечку выбери. А я конфетку хочу. Ну, бери. Ну, конечно, после награждения шведки. Как же ж без них? Будьте осторожнее, присутствует детская ненормативная лексика. Я еще коня в штану подарю. Ну да, я полностью, и потом пойду, да, дядя?
Вот так это все и происходит. Шахматы, шахматы, шахматы. Они везде и всюду. Всем всего самого доброго.